Приветище, это Planet Crafter, и мы продолжаем озеленять. Хотя, не знаю, уже куда озеленять, уже все просто зелено-зеленушечно. В общем, мы продолжаем здесь выживать, наверное, скорее всего, и разводить животинку. В прошлой серии мы решили пойти по стопам бизнесмена, мамкиного бизнесмена, на тканях. Вот, короче, мы ткань тут уже поназакидывали целую кучу сюда в ракету, их таскают дроны. Но мы столкнулись с другой проблемой, очень важной. Дело в том, что мои дроны отсюда, шелкогенераторов, вот этот шелк таскает сюда. И как ты видишь, у меня здесь все забито просто. Это была моя самая тупая идея. И из-за этого у нас ткань не производится. Если я отсюда все это заберу, сюда сразу же налетают дроны, вот видишь, и таскает этот шелк, забивая слоты. И когда слоты забиты, производство ткани стопорится. Поэтому нужно вот это вот все отменить, чтобы никто ничего здесь не забирал, не таскал из шелкогенераторов. Поскольку сама вот эта вот установка, автокрафтер, с этих шелкогенераторов может шелк собирать. Я про это вообще забыл. У меня из головы вылетело. Поэтому нафига я напрягал дронов, я не знаю. Итак, смотрим радиус, значит, радиус автокрафтера. Все шелкопряды, шелкогенераторы попадают под него, поэтому я сейчас забираю отсюда весь шелк. И по идее ткань должна крафтиться, собирая шелк с генераторов. И оно так и получается. Так и выходит. Отлично, все. По такому поводу я сейчас ящики у меня тоже попадают под автокрафтер. Я сейчас шелк частично поскидываю. И по идее моя ракета уже должна сейчас забиться. А, она уже улетела, нифига себе, как это быстренько. В таком случае у меня еще есть обыкновенная лягушачья икра, которую мы нашли в прошлой серии для того, чтобы вывести новый вид икры. Возвращаемся домой и сейчас начнем наши генетические исследования. Получен новый чертеж «Витрина для лягушек». Прикольно. Значит, для икры нам нужен мутаген Т2 и удобрение Т2. В принципе, удобрение есть. Мутагена в прошлый раз мы набрали. Мама, не горюй. Кстати, фасольку надо взять. Желательно две. И сожрать ее. Лягушечка, настало время тебя вывести. Афе. Какое у нее интересное название. О, деньги прилетели. 245 монет. Здорово. И кажется, что-то падает. Кварц, что ли? Ух, сколько метеоритов. И это не кварц. Я забыл, что это, но мы сейчас посмотрим. Нифига себе, вот это бомбежка. Вот это бомбежка. Давно ее не было. Я уже позабывал, каково это. Ого, прям в купол. Нифига себе. Вот это зрелище. Вот это армагеддец. Стоял я, короче, здесь на куполе. И знаешь, что нашел? Смотри. Ёлки-палки, приветики могу передавать. Жалко камеру не развернуть. Блин, забавно. Можно вот так вот еще сделать. От третьего лица себя вижу. Короче, это для кооперативной игры, чтобы поприкалываться со своими друганами. А, вот как камеру-то крутить. Все, я разобрался. Теперь я знаю, как камеру. Вот и лицевую часть можно увидеть. Как раз у нас закончился этот метеоритный дождь, и мы посмотрим, что это у нас. Суперсплав нам прилетел, блин, и его разбросало тут по всей территории, а суперсплав — это ценный металл, между прочим. Нажимаем кнопочку «Исследовать». Все. Скоро у нас появится Афе. Вот она, экспозиция с лягушкой. Для нее нужна всего лишь навсего древесина, как, в принципе, и для всех экспозиций, кроме бабочек. Пойдем сгоняем за древесинкой. Вот тут вот она у нас растет. Я единственное не знаю, какую я лягушку туда затолкаю, в эту экспозицию, но сейчас придумаем. Может быть, ту же самую Афею, чисто ради эксперимента. Вот, на втором этаже у меня тут уже бабочка одна прикреплена, а сюда я поставлю вот жабку. Вот. Остается только туда кого-нибудь закинуть. Может, суперсплав получится? Нет, суперсплав не получится. Сюда нужна икра. Просто икра. Насчет рыбы. Давай мы тоже сделаем вот эту штучку. Куда бы ее повесить-то? Вот тут вот можно, в принципе. Вот так вот шлепнуть и сюда потом рыбоньку какую-нибудь закинуть. 53% осталось до млекопитающих. Насчет икры, кстати, давай посмотрим, что там. О, готово! Ништячок. Пойдем мы сейчас ее вот сюда поставим. Посмотрим, как лягушка выглядит сама по себе. Вау. Зеленая, токсичная, едкая.
Но эту икру мы, конечно же, получим новый чертеж икра лягушки. Тражу! А какой коэффициент у нее, у этой тражу? Тражу. 300! Меньше, чем у Афе. Но она какого-то интересного оттенка должна быть. Приплыли сюда. Хочу посмотреть, насколько загрузили нашу ракету. Ну, в принципе, грузится. Мы снова у водопада. И сейчас разместим тут наших новеньких лягушатников. Лягушатники, значит, ферма земноводных. Пожалуйста. И вот икриночка. Ну, какое-то разнообразие у нас уже появляется, да? Всякие разные лягушата. Ни одного типа, по крайней мере. Надо посмотреть, что у меня там по исследованиям. Открыто, не открыто, закрыто. Значит, тут у меня все исследовано. Это что у нас? Чертежи. В чертежах все исследовано, кроме приют для животных, кормушка для животных и экскаваторная платформа. Используется для воссоединения с кораблем на орбите. Ого. А почему она экскаваторная? Не ясно. В биомассе у меня тоже все исследовано, по крайней мере, в растениях, в насекомых точно. В биомассе осталась последняя ракета, разбрасывает животных. С космоса, что ли, она будет разбрасывать? И икра лягушки Страбона. Вот это название. В животных осталась редкая личинка, несколько видов икры для лягушек. Странно, здесь икра лягушек, здесь икра лягушек. Только здесь в разделе биомасса, а здесь как животные. Интерес, почему так? И реактивный ранец Т4. Более мощный, более скоростной, короче, очень крутой. Вернулся к бункеру. В комментариях мне написали, что я здесь не везде полазил. Где-то тут был еще спуск ниже. Ну, как бы не вопрос. Еще разочек слазю, посмотрю, где здесь можно было еще глубже спуститься. Здесь, что ли? Тут мы были у лавовой стенки, разве нет? Но теперь я пленник, телесно в кандалах в темнице, а мысленно заключенный в одной идее, одной ужасной, одной беззаботной, одной непобедимой идее. У меня лишь одна мысль, одно убеждение, одна уверенность. На смерть приговорен. Ого, жестоко. Так, здесь я действительно не был, я пропустил этот спуск. Спасибо за комментарий. Тут у нас самородок, надо забрать. Семя пестеры. Нет, не будем брать. По материалам, по ресурсам у меня в огромном количестве все это захламлено в сейфах, в ящиках, поэтому мне это не нужно. Тут у нас что? О, вот это отдельно. Вот это можно продать, это тоже можно продать. Надо сходить, короче, сейчас к кораблю и забрать образцы бактерий, которые я там выкинул. Ну все, выходит, тут я теперь точно все зачистил. На корабль этот я возвращаться сейчас не буду. Я сперва сбегаю домой и сделаю две термоядерные ячейки. Я пришел с материалами, чтобы сделать две термоядерные ячейки. Раз. И... Блин, осмия не хватило. Сейчас быстренько за осмию сбегаю. Я вернулся с осмием. Кому я это вообще говорю, как дебил? Так, а что, места нет? Надо особо... У меня там сумки забитые. Нет, места есть. А что, мне чего-то не хватает? Кварц. А, пульсирующий кварц последний. Да что ж такое-то? Кварц сам летит ко мне. Обалдеть, как такое вообще может быть? Меня небеса услышали, что мне нужен кварц? Или как, или что? О, кстати, есть идейка, есть идейка, есть идейка. Давай шустрей, давай шустрей, 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 шустрей. Шустрей, ну же, блин. Вот сюда. Давай, где он летит, где он летит, где он летит? Вон он, вон он, вон он, вон. Так, было бы прикольно на него сесть. Но я до него не долечу, зараза, блин. Чё ты такой медленный? Крутяк! Почти на него сел, но не сел. Бегу, бегу, бегу. Не надо в жилой модуль, ты что, с ума сошел? Вот это другое дело. Прям возле домика моего. Шикарно. Так, ну все, кварца у меня снова в огромном количестве. Мы термоядерные батарейки понаделаем из этого всего, но продавать не будем, поскольку есть огромное количество кораблей, которые нужно зарядить. Так, батареек у меня тут достаточно. Кстати, вот это все надо продать, между прочим. Че это я все с собой барахло таскаю? В какую ракету загрузим сюда? Значит, это продать, бактерии продать, ракетные носители продать, палату продать. Че еще мы там можем продать? Стержень, и, в принципе, пока что все. А, стой, подожди. Пульсирующий кварц 25 тератокенов стоит?
Вот это да! Вот это да! У меня там что-то поменялось, нет? Просто в прошлой серии пульсирующего кварца, по-моему, не было. Наверное, я просто проглазякал. Значит, мне осталось всего-навсего 400 тератокенов, у меня будет 5000 для покупки предохранителя оптимизатора производства. Совсем ничегошеньки. Так, а можно мы как-нибудь вот это вот все перенесем на ту ракету, чтобы ускорить процесс продажи? Вот. Прощай! И возвращайся с баблом. Хотя зачем я сказал прощай, вдруг она вообще не вернется. Значит, по кварцу. Где там мой кварц? Эй, кварц! Зараза, отбойного молотка здесь не хватает. Расколобасить вот эту всю колобашку. Значит, ладненько. Я же все притащил, в принципе, мне должно хватить. А, нет, я не притащил. Я хотел сбегать, но вдруг полетел метеорит, и я не сбегал за кварцем. Где? Дайте мне кварц, мне буквально вот одного хватает. Во-во-во-во-во-во. Мне одного хватит. Все, отлично, спасибо. Блин, до того не дотянуться, он прям вот-вот. Жалко, здесь присесть на корточки нельзя. Все, термоядерная батарейка у нас готова. Она такая здоровая, как я ее вообще в своем инвентаре таскаю? Непонятно. Ну, погнали теперь активировать тот корабль. Запустим и оживим его. Внимание, вы умираете от жа... Да елки-палки, я только сюда прибежал. У меня ж ничего нету с собой, да. Где вода? Ближайшая вода. У меня ж карта есть. Я же в прошлый раз сделал себе крутую карту. А вода, блин, обратно бежать. Ладно, я побежал обратно. Что делать? Иначе я подохну. Лужа! Быстрее хлебаем! Да елки-палки, ну дальки... Я же от обезвоженности сдохну, дайте напиться. Дубль 2. Мы снова здесь. Какой уже 2? Тут, наверное, 10-й дубль, елки-палки. Сколько я сюда уже возвращался? Надо подняться на второй ярус. Ой, почему я подумал, что там проход? В темном этом экране. Второй ярус, и там будет у нас... Кстати, второй ярус был проход где-то совсем у выхода рядышком. Вот, ну-ка, подожди, сюда. Мы на втором ярусе. Во! Вот он. Запускаем его. Первая дверь открылась какая-то. Бактерии. Бактерии обязательно. Мы их потом отправим. И вот это вот я тоже заберу. Открылась какая-то дверь. Вот, еще что-то открылось, да, мы услышали. О, вот эти дверьки открылись. Да, а нет, это были открыты дверки. Что-то я вообще конкретно тут теперь потерялся, запутался. Мама, не горюй. Хотя бы вот метан заберу. Смотри, что открылось. Я вот пошастал, пошарился. Вот в эту кабинку мы с тобой заходили. Вот, тут была дверь закрыта. Теперь она открыта. И у нас тут... Опа, какая интересная дверка. Интересно. Вот это можно разобрать. Я получил железо, чтобы... А, разобрали, чтобы пройти туда. Подожди, железо выкидываем. Мне это не нужно. Дверь вот эту можно вообще как-то открыть? Сейчас я попробую. Нифига себе! Ёлы-палы, ты смотри, сколько тут бабла! Это целый сейф! Еще и генетическая особенность какая-то. Рисунок кожи 5 уровня. Балдеть просто можно. Я богат. Все нафиг. Я завязываюсь с торговлей. У меня теперь денег немеренная куча. Я думал, что это дверь куда-то во что-то интересное. А, это сейф. То есть и на кораблях таких космических есть сейфы. Стой, подожди, это я вышел куда? А, понятно. Не, подожди, а что, все, одна комнатка, что ли? Это все ради сейфа было? Так, неинтересно. Я пойду вниз еще слазю. Может, внизу что открылось? Да, вот огоньки, кстати, смотри, загорелись красные. То есть питание поступило, и все. О, двигатель ракетный. Как это я его тут не замечал? Бактерии еще вот заберем. Здесь дверь закрыта. Шлюзы. Вот, сюда можно пройти, смотри-ка. Вот тут что-то открылось. Сейчас мы вот тут тоже железяку выкинем. Пометим проход, что мы тут были. Ну-ка, что в ящичке? Предохранитель оптимизации энергии. Ну, это не тот предохранитель, но по энергии тоже нам пригодится. Пригодится. Стержень забираем. В ящике, что у нас тут? О! Блазарный кварц! Кварц, содержащий огромное количество энергии. Место-то у меня как бы, ну, не густо, а хочется тут все собрать.
Что-то выкинем, что-нибудь выкинем. Суперсплав поставить? Да не, ну суперсплав-то нам нужен будет. Эх, блин! Почему у меня с рюкзаком такие проблемы, а? Придется сюда возвращаться. Вот еще и еще. О! Пульсирующий кварц! 255 денег мы получили. Здорово. Только мне все... Придется возвращаться, что? Тут еще и сервера есть с платами. Да, в комментариях не зря говорили, что лучше шарься по кораблям. Тут огромная куча бабла. Это значит, что и на следующий, ну, на предыдущий корабли, возможно, стоит вернуться. Может, я там что упустил. Ладно, короче, идем домой. Будем сейчас тратить бабло. Так, значит, загружаем корабли. Они только что прилетели. А, нет, это вот уже загружен. Сюда, значит, ракеты. Выгружаем бактерии. Все, полетело. Молодчик. Молодчик. Это же выгружаем. Что еще я тут могу продать? Пульсирующий кварц? Ну нет. Кстати, насчет пульсирующего кварца у меня аж тут вот. Метеорит этот постепенно все исчезает. И мы можем наблюдать, где еще кварц тут лежит. Кварц очень ценен для нас сейчас. Он там уже и денег стоит приличных. 25 единиц токенов. Че, вроде бы все, весь кварц я тут собрал. Почаще бы такие метеоритные дожди были бы. Богатые. Дроны летают. Вроде бы тут все выходит. Пойдем покупать. Пойдем покупать предохранители. Так, этот корабль улетел. Почему, когда корабль улетает, я не могу пользоваться его интерфейсом, его компьютером? Вот стационаром. Компьютер-то тут, корабль там. Какая вот разница, елки-палки. Предохранитель оптимизации кислорода. Неинтересно. Складской шкаф Т2. Вот, может быть, его бы прикупить, но нет. Он слишком дорого стоит. Предохранители оптимизации производства. Вот что мне нужно. Заказываем. И у меня еще останется 3000, правильно? Но эти 3000 я тратить не хочу. Вообще никак не хочу, поэтому ладно. Надо запустить ракету. Сейчас я сюда что-нибудь еще поскидываю. Все, ракетка почти готова. Сейчас она полетит. А, стой, нет. Я же тут заказал. Вот, заказал. Все, теперь можно ее запускать. Она сейчас полетит, продаст и привезет мне заодно предохранитель. А то что она впустую бы полетела? Теперь мы едем домой, чтобы поставить генератор, или как он там правильно называется, сейчас вот, оптимизатор, рядом с моими энерговырабатывающими устройствами, то есть с электростанциями, вот этими вот. Это, по-моему, у меня тепло вырабатывает, да? Тепло, давление, энергия. А где энергия у меня вырабатывается? Мне нужна энергия. А, вот они. И по-хорошему теперь этот оптимизатор поставить бы где-нибудь тут посередине. Вот он тут вмещается прям как надо. И все вот эти электростанции он окутывает. Но их тут явно больше, чем 8. Хотя, сейчас я посчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну да, тут их больше, чем 8. Теперь остается посмотреть, сколько у нас сейчас электроэнергии вырабатывается. Где это глянуть? Вот тут, смотри. У нас вырабатывается термоядерный реактор. Доступно, короче... Ой, да у меня тут с электричеством вообще проблем нет. И сейчас впихаем вот этот вот предохранитель сюда и посмотрим, что станет. Значит, обычный термоядерный генератор вырабатывает 1485 киловатт. Вставляем предохранитель оптимизации энергии, и вот все заработало. О, как все подсветилось-то. Смотрим теперь сюда. Ёлки-палки. В два раза практически, да? Вместо 1400, 2227. Сколько теперь доступной энергии у нас? Это всего лишь мы один предохранитель воткнули. Это, конечно, сильно. Можно теперь половину энергетических установок просто разбирать. Ну смотри, было 200, да, теперь еще 60 добавилось. 260, это получается киловатт, да? 200, нет, это 2000. Нет, 26000. 14 киловатт нам доступно. Вот. Это прилично. Это очень хорошо. Для всего вот этого производства запас огромнейший. Ой, елки-палки, я даже не замечал, что предохранители вон где крутятся. Они вот сюда, в эту ячейку встают и вот там вот, видишь, крутятся. Усиливая сам оптимизатор и машины рядом с ним стоящие. Теперь пойду вернусь на корабль и соберу там кварц. Начну с серверов. Конечно же, с серверов. В принципе, получается, что тут открылось только две комнаты. Вот эта вот комната и наверху с сейфом. Так, это вот мы все собираем. Отлично, все собрали. То, что нужно нам.
И вот этот ящик с кварцем, обсидианом и азотом. Зашел, короче, я в корабль, на котором был прошлые разы до обновления, до релиза, так сказать, и нашел здесь генератор термоядерного синтеза. Одна батарейка тут уже вставлена, еще две нужно. Так что, возможно, тут тоже есть какой-нибудь сейф с кучей бабла. Будем его взламывать. Но оставлю... А, место у меня все, да? Ага, с местом у меня все. В общем, мы вернемся сюда с батарейками и заберу эти платы. У нас также еще прилетела ракета с предохранителем. Нужно заюзать все это дело. Где там мой предохранитель? Ты привезла его? Ты привезла мне предохранитель? Да! Класс. Класс, класс, класс. Спасибо. Вот это вот все выгружаем. Куча плат, куча бабла будет. Идем втыкать наш предохранитель. По идее, их сейчас должно быть тут двое. Два предохранителя. Значит, смотрим. Производство у нас... время производства 160 секунд. Глядим, насколько увеличится. Так, я вставил еще один предохранитель. И да, они теперь крутятся тут вдвоем. А производство наше ускорилось, и теперь производство составляет 133 секунды. Блин, я думал, больше будет. Ну ладно, так тоже пойдет. На горе! Вон там корабль. Забрался на гору, нашел ящик. И тут еще один блазарный кварц. У меня их уже получается два. И чтобы сделать вот эту вот штуку... Нет, вот этот вот генетический экстрактор. Мне нужен солнечный кварц где-то найти. Что ж, будем искать его. Вернулся к вратам, посмотреть, открывал ли я здесь все закрытые двери при помощи термоядерной батарейки. И знаешь что? По-моему, здесь кое-что появилось. Сейчас тебе покажу. Ну, батарейку я здесь, во-первых, вставлял, вот она зафиксирована. А во-вторых, здесь появился сейф. Я не помню, чтобы он тут был. Где, кстати, этот сейф? Где-то я видел этот выход. Где-то тут был сейф, я только что вот... Вот он, вот. Ну-ка. Ну, елки-палки, опять куча бабла. Обалдеть просто. Кварц. Все. Вот это вот забираем. Это. Обсидиана у меня и так в достаточке. Удачно я сюда забежал. Хорошо, что не забыл. Закидываем все денежки в кармашек. И получается, выкупаем еще один предохранитель. Предохранитель оптимизации. Ух, сколько у меня денег-то. Слушай, мы можем еще что-нибудь заказать? Ну, в таком случае давай. Складской шкаф Т2. Покупаем. Все. Запускаем торговую ракету, и скоро она нам привезет новые фишечки. Летим сейчас домой, чтобы вывести новый вид лягух. Я уже, честно, запарился их выводить. С животными, походу, то же самое будет. Значит, там... А что там для нее нужно вообще? Так, у меня что-то еще... А, у меня редкая личинка появилась. Вот она. Мы же ее теперь можем делать. Угу. Выходит, мне нужно сюда обычное удобрение мутаген Т4. У меня он где-то, кстати, был. Мутаген Т4. Обычное удобрение. Вот. Мутаген Т4. Это Т2. Может быть, я никогда и не делал мутаген Т4. Да нет, я его делал. Обычный мутаген и мутаген Т3 нужен. Так, сейчас сделаем. Не вопрос. Мутаген Т4. Готово. И все, теперь это закидываем сюда вместе с икрой. Я ж правильно закинул, а то сейчас мутанта какого-нибудь выведу. Вроде бы когда. Исследовать. Все, теперь ждем. Но пока ждем, можно сгонять на новый корабль. Ну, как на новый? На старый. На старый, чтобы посмотреть, нет ли там новых вещей. Например, сейфов каких-нибудь с огромным количеством бабла. Вот этот глюк так и не исправил разработчик. Разрыв текстур. Экватор тут проходит этой планеты. Прям видно вот эту полосу текстурную. И там внизу... А там внизу как бы, ну ты видишь. Ничего. Про F4 мне все говорят. Смотри, F4, ты сможешь летать высоко-высоко. Это баг. Это нифига не баг. Это сделал специальный разработчик. Даже в меню управления, если заскочить, параметры. Вот, F4, освободить. Это если ты куда-то попал в нелепую ситуацию, то можно высвободиться. Ну и, конечно же, можно юзать ее как, ну, в качестве бага, как говорят. Вот, допустим, я здесь. И мне не хочется здесь ходить. Я просто отсюда... Быстро жму и просто выбираюсь с этого корабля. Вот. Если мне нужно срочно из него выйти, а я там запутался или еще что-нибудь. Это прикольно, но как бы читерский с другой стороны выходит. И не всегда хочется это юзать. Я думаю, что тут ничего такого нету для нас в этом корабле. Да. Навряд ли тут что-то добавили. Так что летим дальше отсюда. F4 и я сваливаю.
Что-то как-то не получается сваливать. Вот теперь я свалил. Теперь двигаемся к этому кораблю. Ну, а вот тот биом я ставлю его, наверное, на следующую серию. О, тут лягушки есть. Ништяк. Спасибо за икру. Это очень выгодная сделка. Так, я не помню, в этот корабль можно было зайти или нет. Я хотел в рубку вон в ту забраться, но туда нам не дали. Поэтому сейчас я вокруг облечу все это. Так, ага, вот вход есть. Сейчас посмотрим, нет ли тут сейфа. Блин, как вот не круто, да, когда ты играешь в ранний доступ, все зачищаешь, а потом, когда релизнулось, тебе нужно возвращаться в эти старые места и заново их обследовать, потому что разработчик что-то сюда мог добавить. И это не так круто. По крайней мере, меня это как-то доканывает. Хм, нет его. Честно, уже запамятовал, что здесь... А, вот он, термореактор. Вот, да, батарейка тут стоит. Да, здесь еще скрытая стенка была. Угу, точно, точно, точно. Мне подписчики про нее сказали, типа, разбирай, там стенка есть скрытая. Вот мы разобрали и получили. Сейфа здесь нету. Короче, а, нет, есть, прикинь. Сейф сделали. Да ну нафиг. Че, мне реально теперь по всем бегать? Ну, в смысле, по всем старым кораблям? Жесть, бабла-то, конечно, вообще не мэрина. Так, вот это вот забираем. Это тоже забираем, в принципе, все. А теперь при помощи F4 мы попробуем пробраться в рубку. Где эта рубка? Знать бы, где она находится. Так, это слишком вылез. Это слишком вылез. Ой, потеряшечки. А, мы туда до рубки-то даже вообще не дойдем, получается. Так глубоко в корабль нельзя зайти. Так что F4 нам тут не поможет вообще никак. Даже если мы вот тут вот так вот сделаем. Во, кстати, может быть вот... Подождите, это что, алюми... А, это бабочка, елки-палки. Это бабочка. Так, вот мы прям вот под рубкой стоим. Вон там вот, получается, комнаты эти. О, тут тоже вода есть, ничего себе. Вот эти комнаты, получается. И сюда под рубку эти комнаты не ведут. То есть, ну никак ты не зайдешь туда, куда хочешь. Так, давай. Вот она, эта рубка. Сейчас мы поднимемся наверх. Е-е-е, я здесь, я в рубке, елки-палки. Может быть, в будущих обновлениях ее нам откроют или еще что. Но... А, стой, тут вот стекло разбито. Сюда можно через... Вот это все, тут даже вот показано, что смотри, вот. Дерево разбило стекло, залезай сюда. Вот как можно было. Тут, значит, что-то может быть. И был ли я здесь вообще? Нет, я здесь не был. Магнитный кварц, елки-палки. И биткоин. Пускай это будет биткоин, а не токен. Так, это я забираю. Надо что-нибудь выкинуть. Что-нибудь выкинуть? А что выкинуть? Ну давай вот удобрение, ладно, выкинем. Удобрение выкинем, а вот это возьмем. Все получается. Там еще дверь есть. Это можно как-то разобрать? Нет, не разбирается. Ну, как бы, вот, не зря мы сюда залезли, да? Если бы я сюда не попал, я бы даже не знал, что тут окно разбито. И можно сюда как-то залезть. Хотя нам как бы даже издалека видно, что стекло разбито. Залази, пожалуйста. Ну, что ты там привез нам? Привез, молочек. Вот это все тебе. Сбагриваем. А это я забираю. И чертеж в том числе, да? Сейчас мы этот чертежик с тобой... исследуем. Так. Есть! Новый чертеж. Посмотрим, что для него нужно. Складское помещение Т2. Ага, вот оно. Всего лишь навсего суперсплав нужен. Сейчас будет. Я... Вот он. И это складское помещение. Мы... Куда мы его можем поставить? Наверное, вот тут у окна. Нет, у окна. Вот тут вот, у этого окна. Давай. Вот так вот. Какой интересный шкафчик. Надо назвать его мега шкафище. Шкафище, да, вот так вот. Ого. Интересный шкафчик. Чего уж тут говорить. И в нем, ох, нифига себе. Вот это да, вот это да. Ну тогда я вот это все сбагриваю сюда. Перекидываем. А вот это я забираю. Так, значит, производство 133 секунды. Впихиваем сюда третий предохранитель. Теперь их тут три крутится, вертится, как юла.
И скорость производства у нас 114 секунд. Ну, неплохо, почти до 100 секунд дотянули, но все-таки не дотянули. Тем не менее, теперь ткань производится у нас очень быстро, быстрее, чем ранее. И это очень хорошие новости для нас. Ракета-разбрасыватель животных у нас появилась. Летим домой. Я прям хочу посмотреть, как это... Стой, у нас получается, что мы добрались до животных? Да нет, еще не добрались. Странная какая-то фигня. Как бы слишком рановато для такой ракеты. Ну, сейчас посмотрим. Не мог же я ошибиться. Глаза же не... Я же не долблюсь в глазах, реально. Разбрасыватель животных. Только здесь нужны генетические особенности. Очень огромное количество. У меня их всего две. Дает глобальный бонус генерации за счет распространения животных по планете. Ну, короче, ракета как бы есть, но ты ее все равно не построишь, пока не сделаешь вот эти вот генетические экстракторы всякие и синтезаторы. Так что, как бы вот... Точно! Мы же еще генератор порталов хотели сделать, елки-палки. Это-то я могу себе позволить. Погнали домой, сейчас закажем еще один оптимизатор электроэнергии. Отсюда мы выдернем его, вот. Он нам для портала понадобится. Та-дам! Вот мы и тут. Что там нам нужно? Еще раз смотрим. Ну, во-первых, О, деньги прилетели. Оптимизатор энергии еще один нужно купить. Он, кстати, не такой дорогой, он подешевле чуть. Хотя, как это он недорогой? 6 тысяч еще дороже, чем по производству. Ладно, заказываем его. Можно что-нибудь еще заказать, в принципе. Не буду я ничего больше пока заказывать. Деньги на вес золота. Поэтому один из кораблей мы просто запускаем, чтобы он привез нам предохранители оптимизации энергии. Все. Все, лети. Ну, а пока мы ждем, значит, наш последний предохранитель, предлагаю сбегать на первый разбитый корабль, в котором мы вообще побывали, чтобы глянуть, нет ли там сейфа. А я уверен, что он там есть, поскольку там также реакторный генератор. Я слышу, что там где-то на улице падает метеорит. Вот он, сейф! Нашли его. Сразу же деньги. О, еще один! Нифига себе! Класс! Денежки мы собираем. Что, выходит, мы почти все корабли зачистили, кроме последнего, который внизу от этого корабля находится. Давай-ка мы отсюда выберемся очень быстренько. Что за метеориты падают? Иридиевые, скорее всего. Ну да, желтые, наверное, иридиевые. Да все, уже метель закончилась. О, нифига себе. Вот это он дымит. Вот это да. А мы летим вон к тому кораблю, но там, по-моему, если мне не изменяет память, не было реактора этого. Как тут все с природой стало красиво. Обалденно. Классная игра, на самом деле, про терраформацию. Очень затягивающая и очень красиво. Ну да, здесь нету вот этой всякой штуки в плане термогенератора, термореактора. Поэтому тут и не будет сейфа. Так что можно тут, в принципе, не ковыряться. А ждем мы оставшуюся ракету, которая привезет нам... Последний предохранитель. Я думаю, что я сделаю фундамент где-то здесь. Так что будем прикрепляться. Вот. Вообще, давай посмотрим, насколько он большой, этот портал. А, блин, у него свой есть фундамент. Ёлки-палки. Чё-то я тупанул. Ладно, тогда вот это разбираем. Его разворачиваем как-то... Ну, вот так, наверное. Ах, зараза, тут камень мешает справа. Блин. Ну ладно, давай тогда его поставим. Тут лягушки. Лягушек не хочется пугать. Поэтому где-нибудь бы вот тут его поставить. Было бы неплохо. Вот так вот мы его поставим тогда. Готово! Наш портал! Достижение даже получило. Скрафтить портал-генератор. Ну давай посмотрим, что тут у нас. Ух ты! Детектор разбитых кораблей дальнего действия. Сканируйте, чтобы найти обломки вдалеке. Вот вопросительный знак есть. Используйте эту машину, чтобы исследовать обломки разбитых кораблей, разбросанные по всей планете. Для открытия порталов требуется кварц. Повторно просканируйте локации, если у вас недостаточно кварца. Уровень редкости указывает на редкость добычи, найденной среди обломков. Уровень сложности указывает, насколько сложной будет внутренняя часть разбитых кораблей. В каждой локации есть хотя бы один разбитый корабль, иногда больше. Вам нужно вернуться через портал, чтобы сохранить собранную добычу. Обломки разбитых кораблей содержат уникальную добычу. Вон оно что.
Давай просканируем. И вот тебе и кварцы вот эти вот всякие, но не солнечные. То есть теперь у нас во владении не клочок какой-то земли на планете, а вся планета. Мы можем телепортироваться куда захотим по всей планете и делать что хотим, собирать ресурсы где хотим, с каких угодно кораблей. Вообще, вау, круто. Круто, но это будет уже в следующей серии. Так что если понравилось и ты хочешь увидеть продолжение, то не забудь поставить лайк и подписаться. И тогда в следующей серии мы прыгнем в этот портал и отправимся изучать новые уголки этой таинственной и красивой планеты. А на сегодня это все. Спасибо, что смотрел. Увидимся в новом ролике. До встречи.